И всем привет, с вами Александр Навасов. В данном видеоролике сегодня мы играем в Call of Duty. Опять же, мы играем в нее. И сегодня я решил вроде поиграть опять в мультиплеер. Не надо никаких зомби. И я решил все-таки поиграть в мультиплеер. Да, другая уже карта. Густав Кайнан. Вот так вот. Как-то так. Давайте поиграем, посмотрим. Какова же эта карта, потому что на ней я еще не играл ни разу, но все-таки я решил, почему бы мне не сыграть именно в нее. И я вот уже загружаюсь, не знаю, как это все получится, как это все будет работать, но все же давайте проверим, поиграем. Я сейчас не знаю. Давайте посмотрим, как же работает у нас игра. Потому что настраивал, какие-то штуки поставил, модификации на оружие. Не знаю, как это будет все работать. Может быть, что-то изменится. Ну давай же, грузись. Мне же поиграть надо, давайте. Все. Так, то есть на пехотинца я поставил на оружие. Если сейчас поставится еще. Нет, не поставится. Лагает что-то. Ну давай. Пехота. Противник поднял самолет-разведчик. Давай. Вперед! Займите позицию! Пошлите. Вот, смотрите, что я сделал. Я сделал новый прицел, я взял какие-то патроны. И меня убили, смешно. Давайте дальше. Лагает что-то. Опять за немцев играешь. Лагает что-то, я не понимаю, что лагает. Тоннель, а где тоннель? Извиняюсь, что такая графика, ее можно сделать на другую, но она будет просто лагать. Сама игра. Мне так она лагает. Ну, побежать дальше. Я встречу кого-нибудь сегодня или нет? Там они. Ну, мы-то идем здесь. Я уже всю карту оббежал, вы чё? Враги, вы где? Давайте, где вы там? Я этих пока обойду. Если меня, конечно, сзади не убьют. Где вы? Вы что, издеваетесь, что ли? Где вы? Тихо. Ха-ха. Весело. Убил. Тихо. Поезда. Ну ты задрал. Разведчик ищет цели. Если ты еще раз выйдешь, вот, кстати, я. Это я. А, то вы что? Груз пошел. Защищайте площадку. Hello. Граната. Блин. На меня сейчас что-то пойдет. Или мы просто увидим, что он сюда что-то падает. Или же нет. Хрен его знает. ПВО открывает огонь по самолетам противника. Как мне поставить? За нами. Наступайте. Не
нельзя мне никакие ставить? Бомба Фрицикс сброшена! Есть. Минус два. Разведчик ищет цели. Тихо. Идемте. Где вы? Убил. Три. Нет. Я не перезарядился еще. Как так? Да блин, да как так? Они на поездах уже. На поезде. Разведчик ищет цели. Тихо. Ничего не будет. Усилухи не будет. Ладно, сейчас разберемся с управлением. Ёпта. Куда вы лезете-то? Давайте, давайте, давайте. Давайте, идем, 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 идем. Помощь есть. Кто ты? Разведчик ищет цели. Противник поднял самолет-разведчик. Зайдем. Так, один в доме. Батарея 1 открывает огонь. Цель подтверждена. Фрицикс сброшена. Победа. Вы дали отпор, брат. Это победа. Эта победа не будет забыта. Молодец. Бам. Да еще что-то взорвали. Ой, ладно. Поиграли мы, ребят. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Новасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Новасов. Пишите комментарии под видео. И... Блин, что я хотел сказать еще. Будет новый видеоролик по этой фигне. В общем, всем удачи и всем пока!